Ну это уже японцы. По-японцам? О, слушай, интересные блоки там вот такими. Это крыша? Это блок крыши. Скат. Вот, смотрите. А, вот так вот, да? Это вот как раз вот получается, это главный вход. И пошел к центральной башенке. Это ответвление, то есть, смотрите, мы у такой же библиотеки с той стороны стояли вот сзади нас. Ага. Вот, такая же там симметрия находится. Ну и дерево так очень классно влезло сюда и все порушило. Вот и если верить в ритуальную версию, в ритуальную принадлежность, да, то мы видим, что с главного входа кто-то, возможно, заполнял по внешнему периметру народ, да, кто-то проходил дальше, сюда вот, так называемой, к этой библиотеке выходили, кто-то туда, ну, а главный, видимо, уже к центральной башне. Там, как обычно, скорее всего, ринган стоял. Тут мостик, похоже, был, куда-то ушел. А, это не мостик, видимо, типа балкона, может быть. Шаолинь. Это Китай. Вот так деревья рушат. Что, они еще идут? Бесконечный поток. Нет, это еще не все. То есть там где-то сейчас, там, сейчас подъедут все остальные. Там лучше, там прямо так будет ручьем таким. Как муравьи. Да. Ну да, стены, вот смотри, везде хорошие стены. Кстати, очень хорошо выровнен, вот смотри уровень какой. Явно по 90 градусов, да? То есть у них какой-то инструментарий был, который четко показывал, что это 90 градусов. Но опять же, почему-то свод не могли здесь сделать. То есть вот в плане окон они делали, углы делали. Так, ну тут какое-то здание непонятное, разрисованное. Ну смотри, блок, вроде ничего, смотришь, оба, и вон все, следы зубила. Говорящий о том, что это хорошая ручная работа. Почему-то дверь закрытая, как бы, вроде как дверь, и в то же время закрытая. А? Ложная. Ложная дверь. А зачем ложная? Для духов, что ли? Вот там кто там всякие нарисованы? Непонятно. Ну вообще смотри, как вот фундамент, первый этаж, в смысле это самое, вообще классно сделано, конечно. Очень хорошо поработали. Но вот такая плита, не плита, а опять же столб, да, такой получается. Его же нужно сделать, его же нужно еще отнести, доставить его, и чтобы он не поломался. Маленькие блоки, ладно, руками взяли, как говорится, подняли. Хотя нет, руками-то тоже особо не поднимешь. То есть, ну это не как вот кирпичная кладка, это именно вот вырубалось где-то. Где, говоришь, вырубались? Камень-то? Да. Вот этот горный массив мы сейчас опять его увидим, поедем. А называется как он? Пном-Кулен. А? Пном-Кулен. То есть, с места Пном-Кулена. А рек особых не было, да, чтобы доставать? Возможно, были. Это как раз речь идет, помните, вот уже многократно. Каналы, да? Да, ирригационная система. Ну, смотри, песня какая. Блоки целенькие, все специально, все как для доблестных археологов. А, вот получается, вот такие вот были. Вот они. То есть, они, видишь, они как бы вот здесь вот потекли уже все от природы. Облицовка. А, ну, стеночка-то ровненькая, смотри, как выглажена. Вообще песня, смотри какая. Вообще сказка. Надо же так ровненько все сделать. Ну и здесь блоки, нет, четко видны вон. Пожалуйста, несмотря на то, что классные блоки и все. Но вот там вот следы ручной обработки. Без вариантов. Зубило. Хотя, вроде можно сказать, что не на всех,
Но, видимо, все-таки качественно доводили до ума. Вон тоже, пожалуйста, еще блоки с ручной обработкой. Это большое дерево, если из него корень под стеной прополз, спичил ее. Ну да, вот стена как заваливается, интересно. То есть, вот смотри, вот если так вот пройтись вот так сейчас, посмотреть, то есть основная часть четко под 90 градусов идет. То есть, видимо, у них уровень, понятия уровня было. Знаешь, вот это, отвес. Уровня и отвеса. А вот дальше уже стена заваливается. Там что-то это, просто что-то помешало, что-то выперло. Ну смотри, как уровень хорошо. Прям вот, ну, посмотри, какая песня, да? Очень качественно сделано, конечно. Здесь тоже все завалено. Ох, какое дерево великолепное. А вот тут-то что, почему завалилось все? Вероятно, тоже что-то было, только гнило. Ну, завалилось, и причем завалилось конкретно. Видел? Фундамент наклонился. Да, и фундамент. А, может быть, вообще фундамент, да. Его что-то подняло? То есть просто время прошло, дерево сгнило уже, все. Еще как вариант, в середине мог быть провал. Запросто. То, что он как бы сложили стены внутрь. То есть действительно, может быть, там пол провалился и все посыпалось. Видимо, река подземная была или прочее. Туда-то не прокидывают, да? Но это уже не птицы поют, это китайцы разговаривают. Как там лягушка на фотографии? А? Нормально. Дерево интересное, да, какой корень? Да, большой. Ну и вот видно, вот они следили здесь ручной обработки. Ну, блоки разные. Инженерные. Так, что за отверстие? Еще один заваленный храм, здание. Ну вот они так ютились на станке. Ну и конкретные следы ручной работы, куда же вопрос не стоит. Мостик. А что наесть-то? Что, ты дал ей, что ли? Да. А? А что-то разноцветное. Так види, у тебя тоже такие. От разных пап и мам, да. Вот, правда,
печки. Тело мы бы запомнили. Но. Смотри, какие у него здесь. Это южная сторона, мы западные. Южная сторона, да? Южная? Это южная. А мы западные зашли. А. Это охранник духовный. Нельзя ходить, да? А что здесь курицы и коровы очень любые? Да, да, да. Там орлов вообще, по-моему. Тигрят, тигру, тигрицы дали поросят. На поросят напялили тигриную шкуру полосатую и к тигрице пустили. Все нормально играли. Не сожрали, никого вроде не сожрали, да. Не, ну это уже невозможно. Это такой поток жителей Поднебесной идет. Это дети Ани. Сейчас мы куда идем? Возвращаемся к машине. А, вот так, да? Ну, полно следов ручной работы. Хорошие большие блоки, но как с ненужной стороны все остались следы зубила. Ну, где-то уже делали доводку. Хорошие плиты, качественно изготовленные. Ну, конечно, бы ничего, но с боков четко следы обработки зубилом. Хотя там качественная обработка здесь, конечно. То есть, где надо, доводили до нулевой отметки. Ну, с торца.